Коллеги, я прошу сделать трохи гучніший зв'язок. Юрій, я вот с чего хочу начать. Сегодня очень много разной информации и про корабль подбитый в Новороссийске. Ну и, собственно говоря, вот сейчас буквально была информация о том, что Путин повысил призывной возраст, подписал соответствующие документы. Шойгу нам показали вроде как на линии фронту, на линии фронта в Украине. Скажите, как вы в целом оцениваете сегодня ситуацию с той интенсивностью боев, которые происходят, и как бы к чему готовится Россия и, в частности, Путин? Ну, бои идут с очень большой интенсивностью, и с той, и с другой стороны, это понятно, потому что вооруженные силы Украины в Луганской области сдерживают то колоссальное наступление, к которому готовятся русские, готовились. Давно там 120 тысяч личного состава, как говорят. Не думаю, что это так оно и есть. Но, тем не менее, сдерживают. И там, а если наступление, как это получается с русскими войсками в Луганской области, не достигает успеха, ну, значит, оно проваливается. Теперь второе. Ну, мы всегда смотрим, в первую очередь, наверное, даже смотрим на ситуацию в Запорожской области, тоже тяжелые бои. Но, в общем, если говорить в целом, то за сегодняшний день каких-то, ну, принципиальных изменений не произошло. По крайней мере, ну, нет информации. Информация появится конкретная, появится тогда, когда мы сможем внимательно прочитать и проанализировать сводки, которые дает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Пока информация вся неофициальная, как я понимаю. Во всяком случае, вот у меня такой информации официальной пока нет. Всегда нужно ориентироваться на официальную информацию, в том числе на перечисление тех населенных пунктов, вокруг которых идут бои. Уже одно это перечисление, оно говорит о многом. Если сопоставить карту и название этих пунктов, деревень, сел, городков, тогда станет понятно, что происходит, кто куда двигается и как развиваются события. Если говорить о сегодняшнем положении дел, то, на мой взгляд, самое главное и самое, действительно самое яркое событие, ну, правда, оно произошло ночью, это удар по российскому большому десантному кораблю, как он там называется? Оленегорский горняк. Да, это большой корабль, ну, для Черноморского флота это большой корабль. Это водоизмещение порядка 4000 тонн. Это, в общем, класс фрегата, но только он предназначен для других целей, для высадки десанта. Собственно, о десанте как таковом говорить трудно, потому что куда, собственно, высаживать? Российские корабли подойти к берегам Украины не могут. Их уничтожат в данном случае уже не вот этими безэкипажными катерами, уничтожат ракетами «Гарпун» или «Нептун». Но тут самое главное, с моей точки зрения, заключается в том, что, по сути дела, вот этим ударом по этому кораблю была ликвидирована монополия, российская военно-морская монополия в Черном море. Теперь ни один военный корабль российский не может чувствовать себя в безопасности даже на удалении до 800 километров от берегов Украины. Если этот корабль был поврежден и сильно поврежден, его ремонтировать как минимум придется полгода, а то и больше, значит, никто не может чувствовать себя в безопасности. Потому что такие дроны, очевидно, в нашем распоряжении в неединичных количествах. Ну, насколько сегодня можно сделать такие выводы из того, что говорят эксперты. А скажите, а насколько это серьезный репутационный удар, вот чисто по Путину, по Кремлю в целом? Потому что, ну, Черноморский флот – это такая история, с которой он носится, как с Крымским мостом, да? Он, ну, как бы это такой его символичная гордость такая большая, его непотопаемый Черноморский флот.
Ну, естественно, вы видите, Путин, помимо всего прочего, ему очень нравятся всякие исторические аналогии. Он сравнивает себя, правда, без всяких на то оснований, с Петром Первым, который строил Черноморский флот, с Екатериной Великой там и прочими деятелями российской истории, но без особых оснований. Так вот, Черноморский флот – это действительно была гордость и слава. Гордость, а слава тут трудно сказать, потому что побед было не так много, меньше, чем поражений. Но в данном случае я думаю, что дело еще и в том, что это имеет в том числе и военное значение. А то, что вслед за крейсером «Москва» поврежден, ну, это большой десантный корабль, это, в общем, основной, относится к основным силам Черноморского флота. Это, конечно, удар по репутации Владимира Владимировича довольно сильный. Ему, я не знаю, доложили ему об этом или нет, может быть, его не хотят огорчать, чтобы он там не начал. Вы знаете, вот эта вот история мне так нравится, его не хотят огорчать, он в принципе, что ли, не понимает, что происходит? Он так может много о чем не знать, у него может закончиться Черноморский флот и армия, а ему не будут сообщать, потому что, чтобы не расстраивать царя. Ну, интересный такой очень подход. Ну, что ж делать, понимаете, он же может там огорчиться, может кого-то снять, может по шее дать. Говорят, за ним такое, у него такое случается, когда его огорчает. Ну, старается его окружение, и Шойгу прежде всего, старается его не огорчать, а рассказывает ему массу всяких фантастических историй о том, что вот русские готовятся там Одессу брать, Днепро брать, и так далее, и тому подобное. Но такие слухи ходят в российских телеграм-каналах. Ну что ж, может быть, они... Я глядачам зазначу, пане Юрію, що зараз ми маємо можливість бачити ті супутникові знімки, про які я вам казала трохи вище. Бачимо, що фактично судно перевернуте. Ну і я повідомляла вже вам також, що помітно, що витекло, очевидно, масло. Такі знімки вже зараз є у мережі. От зараз, власне, ми маємо можливість вам їх продемонструвати. Юрій, я от